Привет, новосибирцы! Я кандидат в депутаты по 36-му округу. Городской совет сейчас как старый заржавевший механизм. Максимум, на что способны депутаты, это решить мелкие проблемы. Посадить деревья или покрасить клумбу. Но в основном они думают, как побольше заработать. Я занимаюсь антикоррупционными расследованиями уже давно. Поэтому отлично знаю, что прозрачность и эффективность бюджетных расходов сэкономят городу очень большие деньги, которые можно будет направить на улучшение жизни всех горожан. Но без команды нельзя победить. Мы сможем добиться успеха только в том случае, если депутатов от коалиции в новом горсовете будет много. Сейчас нам нужно собрать подписи для регистрации, чтобы попасть в избирательный бюллетень. Я обращаюсь ко всем друзьям, знакомым, единомышленникам. Приходите в штаб по адресу Сибирская, 57, поставить свою подпись за вашего кандидата от коалиции. Зарегистрируйтесь на сайте nsk2020.ru, чтобы мы могли вам сообщить, где и когда будут работать дополнительные точки по сбору подписей. Ваша подпись за кандидата коалиции – это подпись за каждого из нас. Это шанс изменить Новосибирск к лучшему вместе.